Мне интересно, оторвется здание с помощью ракеты? Ну что? Ребята, эпические кадры. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт, Ампер, Суслик, Арара, Гига, FM Zoom, Шоколадка Степа. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Я люблю банановую кожурку. Всем понравилась очень рубрика, когда мы разрушаем деревянные здания. И сегодня мы скачали еще более глобальную постройку, она классно разрушается, поэтому себе кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. О, давайте такую гранатку буду кидать. Будем по-разному разрушать. Ой, она отскочила. Нифига, давайте тогда вот так вот кинем. А что она криво летит? Так. О, сразу в серединку вот так бросим. О, отлично, отлично. Ну что, пацаны, шатается? Не шатается. Давайте. О, еще пошел. О! Так, надо ветер будет добавить. Кстати, если этот рынок наберет 3000 лайков, мы скачаем погодные условия и будем выживать на деревянном доме с погодными условиями. Смерч или что-то землетрясение. О, землетрясение поставим. Хорошая идея. Да. А нет, вот так вот. Ой-ой-ой. Не понял. Вы что там, центр тяжести правильно выбрали? Оно еще разрушается. Хорошо. Во, сейчас мы эту колоту разрушим. Ой, отлично, отлично. О, первый ушел. Че так сильно? Не бойся. Нифига себе. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Все попадали? Нет. Что? Да, я последний. Давайте, пацаны, залетайте. Сейчас будет Арара показывать нам вещи, как надо скидывать игроков. Ну что, можешь брать любое оружие. У нас сегодня свободный выбор. Все, все на месте, покажи вещи. Кстати, видите, в этом здании уже нет комнат, где можно реально зашкериться. Тут если немножко трясет, сразу улетает. Так, тихонько, тихонько, не читерить, пацаны. О, даже лифт работает. А где Арара? Я его не вижу. Что он там делает? Я снизу. Так, я понял, взял звездный меч. Так, пацаны, вообще будьте осторожны. Знаете что, да на корточках сидеть. Вы когда сидите на корточках, оно не так телепает. О, пацан хорошую тактику себе выбрал. В лифте сидеть, шкериться. Опа, опа. Так, подождите, вроде моя сторона наклоняется. Или нет? Вроде бы да. Опа-па. Еще больше. А как он там делает? Давайте посмотрим. Он подпиливает опоры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихонько, 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 тихонько. Внимательно смотрим, кто последний упадет. Ой-ой-ой-ой-ой, это так кренится. Я живой, я живой, я живой, я живой. Ой. Надо прямо на углу стоять вот так. О, отлично, отлично. Я опять упал. А, я живой, я живой. А, все, упал. Так, давайте будем смотреть. Вон еще один челик на лифте. Блин, надо будет в следующий раз там повыживать, в лифте. Так, я вижу, там на опорах еще челик стоит, наверное, он все-таки выиграет. Хорошо лупишь, хорошо, молодец. Давай, Тед, давай. Так, надпиливает, надпиливает. Потихонечку движ идет. Еще. На, вообще легко, да, лупиться этим мечом? Так вообще как... Как по маслу. Да, да. Давай, 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 покажи. Ух ты что! Живой, живой. Так, у нас еще сколько? Двое? Трое. Трое выживших. Так, так, так. Мне кажется, тот, кто в лифте, все-таки может затащить. Ну все, этот проиграл, можно сказать, что все. Все, остался у нас выживший. Это у нас кто? Кэт. Кэт. Ну что, Кэт? Красавчик. Настоящий кот. Настоящий реал кот. Долетаем. И я сразу буду... А, лифта нет. Давайте, пацаны, вызывайте лифт, наверное, кто-то внизу. И давайте без лифта уже, чё? Ай, блин, упал. Хорошо, едем. Ой. Я буду на лифте. А чё он не едет вверх? А, едет. Ну что, давай, Кэт, разрушай. Выбирает оружие судного дня. А, блин, надо всё-таки успеть запрыгнуть. Есть, всё. Мы теперь будем выживать вместе FM Zoom. О, это меня лифт убил. Ну ладно, ладно. А, нет, давайте, он же еще не начинал. Когда начнет разрушать, тогда и буду. Все, я не буду в том лифте. Это проклятый лифт, в который лучше не заходить. Пошли ко мне, Дим. Не, я тут буду, я тут. Ну ладно. Мне интересно, можно так между кубиками там залезть и сидеть? О, молотов. Ну я же сижу, Дим. Так, залез. А что за молот? Ты хочешь сжечь нас?
А, ну давай, давай, покажи. Мне кажется, это будет интересно. Ребят, ну что, пошел пожар. Горит. Ну что-то не разрушается. Ну сейчас начнет лопаться потихоньку все. Так, надо на этой части стоять здание, потому что начнет сейчас там провисать все. У нас небоскреб прочный просто. Ой, а что? Не разрушилось. Этот, короче, мод какой-то странный. Дерево не жжет. Это специально, ребята, коктейль Молотова, который сжигает только людей. Дерево не хочет. Ой, вот это хорошая физика. Это была замечательная физика. Ого, на соплях висят, смотрите эти штуки. Так. Ну ничего, тащим, тащим, пацаны. Я хочу все-таки остаться выжившим и показать вам одну очень классную штуку, которую я придумал, как можно разрушить. Эй, ты под нами, что ли, взорвал? Пацаны, бегите, бегите. Он специально это делает. Кстати, веревки вот эти немножко как-то ее, знаете, сдерживают. Очень продуманная. Очень продуманная, но не хочется падать. Эй, это мое место. Мы все вместе будем сидеть на крысу. Так, я вижу, падают. А! Ай, все, ну зараза! Так, я понимаю, что Ампер упал последний, потому что я упал, а потом он. Да. Ампер, ты молодец наполовину. Конечно, хотел я, но ничего. Ребята, я подготовил на следующий ролик еще более глобальное здание, но это будет в следующих роликах, чтобы было людям интереснее смотреть. Я прям приготовил настоящий небоскреб, где куча этажей, и он рушится прям очень жестко, даже лагает Гаррис Мод немножко. Но ничего, мы привыкли, что Гаррис Мод немножко может подвисать. Главное, что? Чтоб не вылетало. Ну что, Ампер, давай, покажи вещи. Да. На меня, походу, васаби обиделся. Что это за кнопка? Что эта кнопка означает? А вы знаете, что я на нее нажал. О, чувак вниз. Чувак вниз поехал. Давай поднимайся. О, нет, 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 на лифте, все на лифте. Ай, жестко. И кто остался в живых? Я. Вот остался у нас есть. Ну что, Арара, ты победитель, ты прям реально остался последний. Прощай. Здание улетело в небытие. Ребята, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что мы стараемся людям поднять настроение и снять что-то уникальное, что другие люди в Гаррис Мод не снимают. Ну что, давайте. Кто у нас там? Арара был, да? Да. Ну давай, Арара, покажи вещи. Что-то у меня подлагивает. Ничего страшного, это Гаррис Мод, я же предупреждал. Так, первый умер. А, нет, вы на лифте едете. Хорошо. Арара, ты уже второй раз, что ли, или нет? Да, второй. Блин, да чемпион. Ты читер наполовину. У нас в этом ролике будет чемпион по выживанию. Пока мисс Арара занимает выигрышную позицию. Так, 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 так. Ампер тоже выбирает хорошую тактику. Называется тактика воробья. Сидит на досках выживать. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, клонится, клонится с этой стороны. Так, веревки хорошо держат. Че, пацаны, эй, куда вы вниз едете, это нечестно. А, вы любите покататься? Нет. Ой-ой-ой-ой, его колбасит прям жестче, чем ту постройку, которую мы до этого записывали. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я живой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, мы с Ампером тащим. Вдвоем остались с тобой? Так, другое оружие. Нет, там еще двое. А еще двое? Да, пожалею. Я еще. Нет, вас пятеро. Пятеро? Нифига себе. А где они там стоят? Я их не вижу. Я тихо, не толкайся, Ампер, не толкайся. Я буду толкаться. О, нажми лифт, чтоб лифт поехал. Давай, пощади, пожалуйста. Ой-ой-ой, живой. Я хочу остаться в живых. Ой-ой-ой, разрушается все, горит. Ох ты, ё-моё, по ушам. Все, я опять упал. Кто упал первый? Что, Ампер опять выиграл? Да. Ну, Ампер, ну не будь Ампером, ну что ты, вампир. Настроение отличнейшее, хорошо. Сейчас я приму специальную тактику. Сначала я попробую, можно, вообще можно ли так сделать будет. Если можно будет, то я затащу. Так, я начинаю? Ой, сейчас, стой. Хочу кое-что проверить. Можно вообще вот сюда в доски как-то залететь? А, нельзя, хорошо. Так, давайте вот здесь будем под крышей стоять. Можешь начинать. Выгодная полиция. Вы готовы? Да, да. Эй, так, ну так резко, конечно, мы не сильно готовы. Так, будем за доску держаться двумя руками. А! Нет, нет, я не хочу падать, я держусь. Что-то отлично. Это вообще сильно мочит нас. Бум. Я вас не пощажу, просто сильно. Не щади. Жалею. Только меня пощади. Хорошо, Дим. О, во, что я и хотел. Ну что, я сейчас выиграю, смотрите, я буду выигрышным игроком.
Не знаю, на молекуле. Жопой булками зажали доски. Нет! Нет, я проиграл опять! Да ё-моё! Ого, как она держится! Ты видишь? Смотрите, это рахитная какая-то вообще комбинация. Сейчас они не будут держаться. Так, я вижу, я вижу. Так, вон еще наверху. Так, у нас выжил, я видел, кто выжил. Скин Папайруса. Шоколадный Степа. Шоколадный Степа выиграл. Я видел лично своими беньками. Ой, глазами. Так, отлично, отлично. Ну что, пацаны, давайте еще раз. Все-таки я надеюсь, что я затащу. Прикольная игра, знаете, всегда вот рандомно. И выжить реально надо какой-то скилл уметь, паркурить. Так, надо теперь выхватывать, с какой стороны начнет он разрушать. Ой. Ой-ой-ой. Чуть за землетрясение. Тихо-тихо-тихо, что-то колбасит здание. Шоколадные Степа пошли, я уже подвел. Уйди. Уйдите, арара. И этот... Тихонько-тихонько-тихонько, пацаны. Все пытаются держаться. Так, какая-то тишина странная. Что-то... А, взял звездный меч. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ты там жестко ломаешь все. Здание классно разрушается. Благодаря веревкам оно такое какое-то эластичное становится. Так можно. О, пацаны, читер. Ладно, не буду я читерить. То на Alt-E можно сесть, конечно, но не буду. Мы ж по-честному играем. Ой. Конечно. Даже непонятно, в какую сторону идти облокачиваться. Давайте лифт поднимем еще. Лифт я едет, понимаю. Лифт не едет. Нажимаем, чтобы лифт ехал. А, лифт уже все, разрушился. Не, я с тобой. Ой. Тихо, 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 колбасит жестко. Ничего, пацаны, мы продержимся. Рора уйдет, было бы класс это здание, знаете, где еще поставить? А! О, на досках, на досках, на досках стою. А, ну все, уже будем считать, что я проиграл. Я держусь. Я держусь. Я держусь. Так, двое, двое. Ну вот Ампер пока мисс опять на самом верху. Все, Ампер выиграл, да, получается? Арара, вы что, мочите арарухи? Вы хорош выигрывать. Я выиграл, я там стоял. Ладно. Я могу подтвердить, я видел, как... Да, все, ладно, крипипаста, хорошо, будем считать, что ты выиграл. Потому что если есть свидетели, а свидетели это важнее, чем глаза, почему? Правильно? Я оставался там. Не-не-не, он последний я этот тоже, был. Я вот, например, видел то, что крипипаста там... Ну все-все-все, Арара, ты и так сильно выигрываешь много раз, хорош, давай уже другим шанс. Я же тоже хочу выиграть хоть раз. Так, пацаны идут на лифте. Я на лифт. Ну ё-моё, стой, не ломай, и стой, этот лифт проклятый, я знал, что на него нельзя залазить. Все, будем считать, что ничего не было. Ха-ха-ха, читер вонючий. Так. Ой-ой-ой. Да ё-моё, хорош, так разрушать жестко, колбасит. Так, тихо-тихо. Я вам включаю. Опа, пошел пулеметом лупашить. Арара, лучше иди. А то вместе я чемпион по первому пайду. Тащим, тащим, пацаны. Мы затащим, да? Ой, пилы пошли. Ой, пила. А, Serious M2 пилу взял, я знаю ее звук. Ой-ой-ой, подпиливает хорошо опоры. Ой, колбасит. Ха-ха, все тут так убирается, я тоже буду. Арара, уйди. Иди, Арара. Да, пацаны, он не нашу сторону подпилит, не переживайте. А? Есть. Дима. Ну, пожалуйста, дай шанс мне выиграть. Ладно. Я хочу затащить. Все, Дима выиграл. Я выиграл? Нет, Дима. Нет, мы с Ампером еще остались. Да. А, давай, продолжай. Хорошо, меня тут придавило палками такими. А, ну ты зараза, ну ты специально это сделал. Надо было вот тут пилить, они бы соскочили тогда. Два аниматроника остались. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Так. Хорош. Ну-ка, кто же из них останется? Во. Я. Арара выиграл, все, это 100%. Ну что, Арара, давай. Чемпион наш. Говно. Ой, молодец ты, конечно. Блин, ну я так надеялся затащить. Хорошо, Арара, давай.
Все-таки, ребята, в этом ролике я закончу по-любому разрушение, потому что я хочу эпично, как всегда, закончить это все дело. Ну пусть Арара покажет. А че оно? Это он так ломает? Я не успел. А, стойте, стойте. Это здание было кончено с детства. Ой. Блин, это жесть. Ну все, давай, чтоб с детства не было все голимое. Сейчас попробую кое-чем. А что ты решил? Бомбу? Конечно, бомбу. Машиной, кстати, это будет эпичненько машиной. Кстати, блин, можно было и танком разрушать. Ой. Бро, машины не умеют летать. А ну-ка, давайте посмотрим, можно вообще... Ой-ой-ой, красавчик. Очень молодец. О, спасибо, что ты лякаешь меня, Си-Джей, молодец. Ох ты! Так громко это было, жестко. Гранаты, гранаты пошли. Ой, пацаны, легче, легче, легче. Веревки натягиваются жестко. Ого, там разрушается все. Ай, жопа горит. Здание загорелось, что ли? Здание горит. Бегите, бегите. Так. Ого, та часть горит. Ой. Убегай, убегай оттуда. Сейчас та часть резко начнет разрушаться. В угольки сейчас все превратится. Давайте здесь пройдем. Все, отлично, мы здесь. Ой, красиво. Сейчас все сожгу. Не надо. Мы тебе дадим поджопник. Ой, хлеба дадим. И соли еще дадим. И соли. Он не падает. Я не знаю. Какой-то прям мистика. Ай. Ой, там уже сгорело нормально так. Он на одной ой. О, все. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мне подгорает. Есть. Сейчас в воду упадете. Есть. Ладно, будем считать, я выйду. Я на здании еще. Я живу. Я вижу, пацаны еще живут. А, ну ты, зараза, скинул меня специально. Ох, тут все в пламени. Я живу. Нет. Вообще не первый раз. Да блин. Ребята, я хочу, знаете, как разрушить это здание? Поставить ракету и запустить ее. Да. Это будет жестко. Мне интересно, оторвется здание с помощью ракеты? Ну что? Ребята, эпические кадры. Вот это жесть! Просто жестко вообще разлетелось. Хорошо, давайте еще разок, ребята. Что-то я еще придумал эпичное. Сейчас я вам покажу. Жесть. Я думал, что ракета, знаете, как-то будет тащить его в небо. А она просто, зараза, взорвалась такая. Напалмовая бомба. Сейчас я ее сброшу с неба. Пацаны, это будет не сильно жестко, но это будет очень красиво. Фулл эмо. Во. Смотрите, пацаны, ну что, вы готовы? Нет. Все, летит бомба, смотрите, с неба. Прям четко в центре этого здания. Смотрим, ребята, что будет. Бум-доску отломало. Ой, оно тоже взрывается. Это было классно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой-ой-ой, там еще бомбы летят. Сейчас, и бомбы прилетят, ждем. Ой, вылетело.